програма «Моя історія» і я Анастасія Даугуле. Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають і як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні наша розмова не з українцем, але з великим другом України – литовським телевізійним журналістом Андрісом Тапіносом. Вітаю вас, пане Андріс. Добрий день. Андрюс Тапінас – литовський журналіст, ведучий кількох популярних литовських телевізійних шоу. Один з найбільш впливових та впізнаваних журналістів Литви. З початком повномасштабного вторгнення Росії став активним захисником України. У травні 22-го Андрюс Тапінас оголосив у Литві всенародний збір коштів для купівлі бойового безпілотника «Байрактар» для України. Це була перша міжнародна акція такого масштабу і напрямку. Ми звернулися до нашого Міністерства оборони, розповіли ідею. Вони переговорили з турецьким виробником байрактарів, і ті дали зелене світло. Вони сказали: окей, ми продамо байрактар литовському народу через Міністерство оборони, якщо ви зберете 5 мільйонів євро. Так ми почали. Я дав 3 тижні на цей збір. І з моєї точки зору це було оптимістично для такої маленької країни, як наша. Литовці зібрали понад 5 мільйонів євро за 3 дні. Андрій Стапінас продовжує активно допомагати Україні, виходить в ефір своїх проєктів з українським прапором на лацкані. В Україні його нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Що стоїть за його позицією? Спробуємо розібратись. Буду звертатись до вас українською. Ви вже за цей рік настільки часто спілкуєтесь з українцями, що мені здається, вже почали розуміти українську. Да, я все розумію почти. Уви, я ще не говорю по-українськи, але це, я думаю, тільки вопрос времени. Скажіть, будь ласка, ви вперше під час Великої війни, з початку повномасштабного наступу зараз в Україні, як вам? Що ви відчуваєте, коли приїхали в Київ? У нас напередодні були атаки дронів на Київ, у нас постійно повітряні тривоги. Чи не було вам трошки лячно? Для моєї мами було немножко неспокійно. А для мене, ну, я побачив те, що сподівався побачити. Київ жив, Київ живе своєю життю, люди працюють, люди ідуть по вулицям, і навіть, ну, все одно ти чувствуєш такий, я дуже багато разів був в Києві, десятки разів, до війни. Зараз чувствується таке, ну, така, чуть нервозність, може бути, да? Ну, це совершенно понятно. Но город живет, и Украина живет. И это самое главное для нас, которые любят Украину, которые видят Украину через 1000 километров. Конечно, я был раньше, для меня это было час полета из Вильнюса в Киев. Сейчас почти 2 дня нужно, чтобы добраться до Киева. Но это пройдет, это все пройдет, и все будет восстановлено так, как было. И я уверен, что даже лучше. А то, что какого-то беспокойства у меня не было. Мои коллеги, другие добровольцы, которые работают с Украиной, они поезжают, были в Изюме, они были в Херсоне. Ну что, вот там, да, там. Но они едут, и они приезжают, и все мы работаем над этим. Так что это только, я думаю, не последний мой визит, и нужно будет еще приезжать. Андрюс, ви один з топових журналістів Литви, без перебільшення. Вас знає кожен в Литві, кожна людина. Це я особисто на цьому переконалася. Ви ведучий найпопулярніших телевізійних шоу в Литві. Українці широко про вас дізналися, коли ви в повний зріст стали на нашу сторону з початком повномасштабного вторгнення Росії. І ви заявили перший серед усіх ініціативу фандрейзингову про збір коштів для України. Причому дуже конкретний збір, ви вирішили подарувати українцям «Байрактар», да, від Литви. Як ця ідея взагалі народилася в вас? Ну,
Во-первых, я думаю, как и многие литовцы, я придерживаюсь мнения, что война в Украине началась не в прошлом году, а в 2014 году. И мы пытаемся это объяснить нашим западным коллегам, что не с 24 февраля Украина воюет с расистами. А идея по Байрактару, она так постепенно, потому что вот сперва мы приехали с конвоем в Украину, привезли гуманитарную помощь, а вывезли беженцев. Я сам ехал до Днепра, до Желтых Вод. Потом мы купили два дрона и разведчика, эстонские дроны к вашему ГУРу. И потом уже была такая идея, а что можно купить вот такого, от чего захватывает дух? Может, танк там, или самолет. Ну, конечно, нам там никто не продаст танк и самолет. Ну, и тогда была очень популярная легенда про Байрактар, там и песни создавались, там, и тому подобное. Детей навіть называли имя Байрактар. Да, да, народный Байрактар. Я пришел к нашему министру обороны с этой идеей, он поддержал, связались с турками, ну и... Они сказали, что пытайтесь, если будет сложно, мы будем искать там корпорат-спонсоров и тому подобное. И я думал, что это займет к нам 3-4 недели. Это заняло 3,5 дня. Была такая электризованная атмосфера в Литве. Они все хотели как-то, чем-то, не только деньгами, но какими-то маленькими акциями стать частью этого большого проекта. Тогда, и что самое главное, что мне понравилось, ну, конечно, там потом была история, потому что турецкая компания подарила этот Байрактар, и у нас еще были вот эти деньги, 5 900 000 евро, чтобы купить для Украины еще что-то. Мы купили там 100 антидронных ружей, мы купили много помощи медицинской для Черкасской области, где выздоравливает ваши военные и тому подобное. Но что мне еще особо понравилось, что мы как бы сделали такой вайрал, то есть волну за Литвой пошли другие страны. Даже Сергей Притула, который потом сказал, о, эта идея, я беру эту идею, да. И, конечно, сами украинцы собрали там на 4, кажется, Байрактара. Поляки это делали. Ну, для других наций они там пытались, не для всех вышло. Но самое главное, чтобы мы показали, что люди из другой страны могут купить для воюющих своих братьев и сестер в Украине не только гуманитарную помощь, не только там шлемы или бронежилеты, но и очень серьезное оружие, чем и является ТБ-2. Як взагалі литовці сприйняли цю ідею? Вам не дорікали, що, наприклад, те, про що ви кажете, а чи не краще купити карети швидкої допомоги? Чи не краще купити медичне обладнання для постраждалих, а не зброю? Бо Байрактар – це зброя. Ну, у нас есть много фондов, которые работают с медицинской помощью и с гуманитарной помощью, а здесь все же такое... Ну, сама история, она очень сильная. То есть простые учителя, студенты, даже школьники, пенсионеры, они хотели бы стать частью и купить оружие для Украины. Потому что последний раз такое случилось во время Второй мировой войны, когда британцы скидывались купить Spitfire для своих авиационных сил. Но, опять же, они покупали для своей страны. Для другой страны это уже, как говорится, такой интересный прецедент. Но всем это очень понравилось. То есть, потому что я думаю, что в каждом фандрейзинге, который имеет такое значение, нужна сильная история. И потом у нас были еще другие истории. Мы купили легион камикадзе дронов для Украины. Мы купили 3 морских дронов для фонда президента Зеленского United24. Скільки в середньому звичайний литовець переводить грошей на ці ініціативи, які пропонує Литва для України? Ну, сложно сказать. Середній, узагальнений. Я скажу так. Я дам одну самую большую ініціативу, которая прошла в конце января. Она называлась «Радаром». И мы купили 16 радаров для противозащитной системы Украины.
Это было 14 миллионов евро собрано за 3 недели. Это не только мы собирались, это собирали все большие фонды Литвы. Это была первая такая очень совместная акция. Ну так это значит, что каждый литовец даже спустя год после начала войны только на эту акцию он пожертвовал 5 евро. Это каждый литовец. Вот если мы бы взяли какую-то большую страну, вот мы так и говорим, вот, например, не знаю, Италию или Великобританию, сколько же денег тогда они могли собрать, если каждый британец там пожертвовал 5 фунтов для Збройних сил Украины. Но так, я думаю, в принципе, около 100 евро, я бы так сказал, те люди, которые хотят помогать Украине, это делают каждый месяц, они переводят около 100 евро на наши инициативы, на гуманитарные инициативы, на... Есть такие маленькие фонды, которые тоже нуждаются, которые там покупают 2 джипа, и возят их к конкретную бригаду, с которой они имеют какие-то контакты. Так что это все в Литве еще не останавливается. И я вот опять говорю, что на сегодняшний день мы тоже думаем, а какую историю еще можно придумать, чтобы сделать еще большую какую-нибудь акцию. Потому что после радара 14 миллионов евро, ну, нужно и литовцам взять такой... паузу, чтобы накопить деньги на денег на помощь Украине. Но в среднем я сказал бы так, около 100 евро активные люди в Литве переводят. А когда есть такие большие акции, ну тогда уже скидывается чуть не каждый. Ви сказали, що зараз ви думаєте про наступну акцію і думаєте, як її зробити привабливою, да, для литовців. Чи є певна втома від війни в Україні? Ми бачимо, що, на жаль, для нас війна покинула топ світових заголовків в газетах. Да? Якщо перші там тижні, перші місяці про війну в Україні писали абсолютно всі світові видання, то зараз потрохи зміщується ця тема, бо звичайний пересічний житель Заходу, він трохи втомився від цього. Чи є втома у литовців від української теми? Ну, я думаю, что Литва никогда не забудет украинскую тему, что все главные события у нас освещаются в первых полосах, либо это начинающее контрнаступление, либо какие-то новые пакеты помощи для Украины. Наши самые главные люди в медии тоже реагируют и на... удары дроном по нефтехранилищу и в Крыме, в Крыму и тому подобное. Так что в Литве это все еще на первых полосах. Я думаю, что так и останется, потому что наши впечатления, они разные, они отличаются от впечатлений наших коллег в западном мире. То есть, когда меня спрашивают, вот почему литовцы так поддерживают Украину, ведь это не их война. Я всегда отвечаю то же самое. Это наша война. Мы думаем, что это наша война, потому что, ну, мы не можем воевать на передовой, но мы понимаем, что если не Украина, то это могла бы быть Литва. Ну да, мы члены НАТО, конечно, это такой барьер есть, но все равно этот монстр, с которым нам нужно жить, он никогда не забудет всех этих, когда он потерял и Украину, и нас, и он не может смириться с тем, что это потеряно для империи навсегда. И эта война показала, что это самая большая ошибка, наверное, империи, потому что сейчас ненависть к империи бывшего Советского Союза, империи рашистской, черной империи, она будет передана из поколения в поколение. Мы можем забыть про какие-то нормальные отношения с Россией на следующее поколение. И мы тут себя чувствуем то же самое. У нас сейчас все, что с Россией, все бизнесмены, которые работают с Россией, они в черных списках. То есть Литва понимает, что, ну, нужно относиться жестоко к этой ситуации и в то же время никогда не останавливаться, помогать тем, которые сейчас держат оборону всего цивилизованного мира. Это мы понимаем очень четко. И также это понимают и поляки, и латыши, и эстонцы, и чехи.
А другим уже нужно объяснять. И наши дипломаты, наши политики в Брюсселе тоже над этим работают. Я вот сегодня читал статью нашего одного из европарламентаров, где он очень четко, опять же, говорит все, про все акценты, как Європа должна допомагати Україні. Як європейська аудиторія, західноєвропейська, зараз сприймає аргументи про те, що Україні потрібна постійна підтримка? На які аргументи вони реагують? Вони реагують на жахливе фото і відео, коли чергова російська ракета потрапляє в житловий будинок в Україні? Чи вони реагують на цифри і факти? Чи вони реагують на холодну аналітику? На що реагує західний читач, глядач? Ну, мені тяжело, я не аналітик западних СМІ, но все же все эти преступления России, они повторяются раз в неделю, это как минимум. Так что люди уже привыкли, увы, привыкли к этим, что, ну, попала ракета вообще в дом, убили несколько людей. Ну, это уже было на прошлой неделе. И для западной аудитории это, увы, уже становится таким новым нормальным, как сказать. Цифры, ну, цифры, страшные цифры, опять же, ты к ним тоже привыкаешь. Так что у меня такая есть нервозность по этому счету, что все же они начинают думать, и они всегда так думали, что, ну, цена на топливо в итальянской бензоколонке им становится важнее. И я не могу их за это судить. Они никогда не жили рядом с Россией. Ну, как такой португалец или испанец, он может понять, что такое Россия? Я вот был сейчас в Италии, там какой-то протест, люди ходят с красными флагами Советского Союза. Ну, они не понимают, они какие-то наивные такие дурачки, я так бы сказал. Они никогда не жили рядом с Россией, их никогда не убивала Россия, не оккупировала Россия. Как им понять это? А когда мы им это говорим, но они слушают, кивают, но они, им все равно не доходит. Так что я думаю, что после войны будут новые блоки, даже внутри Евросоюза, новые блоки, которые будут либо вокруг Украины, вокруг вот этого нового блока, про который много людей говорят, Украина, Польша, Балтийские страны, Великобритания. И, может быть, другой блок таких, которые думают, ну, это старая Европа, нас это не касается. И это, наверное, нормально. Я, как и говорил, я не собираюсь их судить. То есть, ну, мы знаем, что мы делаем, мы знаем, за что мы боремся вместе с вами, и мы будем это продолжать. Вот и все, что самое главное, до победы. А в победу у нас в Литве никто не сомневается. Ми сьогодні з вами зустрічаємось на базі платформи United 24. Це українська фандрейзингова платформа по збору, по залученню коштів, в тому числі з-за кордону, під патронатом президента України. Як ви потрапили в цю компанію? Це саме завдяки вашим проєктам з Байрактаром? Ні, це не проєкти з Байрактаром, це проєкти з морськими дронами. Когда президент Зеленский объявил, что нужно собрать деньги на морские дроны, мы были одни из первых, которые ответили, потому что у нас были деньги, мы собирали деньги на день рождения Путина. Это один день, мы собрали как на подарок и ждали, какой хороший подарок ему можно подарить. Я думаю, что морской дрон, который будет потенциально бить по российским кораблям, это очень хороший подарок. А потом мы собрали денег на еще на два дрона, так что и вот сейчас в Киев привезли еще один транш, $250 000 на нужды United 24, так что мы как доноры сейчас около $1 000 000 направили на United 24. Но это тоже, опять же, не конец. Я уверен, будет новая инициатива, и литовские люди подключатся. И наостанок я спитаю вас, що вам особисто дає оця співпраця з Україною? Що ви особисто відчуваєте, коли завершуєте черговий великий збір? Коли ви пропонуєте інший якийсь проєкт? Що вам Україна? Чому ви так до нас ставитесь? Особисто ви? Ну, знаєте, коли ми закінчуємо якийсь фандрейзер,
у меня так 2 минуты такой эйфории, что это удалось, и сразу начинаем думать про что-то другое. Как еще можно помочь? Потому что для меня помощь Украине – это как навык дышать. То есть мы это так натурально. А как может быть иначе? И когда я вижу, что десятки тысяч людей в Литве, они подключаются к нам, и ты понимаешь, что все мы так думаем. Что для Украины, для нас это свобода, Украина для нас это несокрушимость, и мы знаем, что если у нас была бы такая беда, Украина пришла к нам на помощь. Потому что сейчас то, что мы переживаем, я думаю, это сплотит наши нации навеки. Если у нас будет ненависть для расистов на поколение 2, это будет любовь и дружба на, может, поколение 5-6. Это, я думаю, самый лучший результат, которого мы можем ждать. Кроме победы и праздника в Києві. Я вам дуже вдячна за ваш вклад в нашу майбутню перемогу. Я вам дуже вдячна за вашу позицію. Сьогодні ми спілкувалися з великим другом України, журналістом з Литви, Андрюсом Тапіносом. Дуже дякую. Спасибі.